Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Долги за свет и тепло превысили 5 миллиардов. За год они выросли на 865 миллионов рублей, рассказали в компании «Энергосбыт Плюс». 2 миллиарда 300 миллионов составляет задолженность за электроэнергию. Немалую долю долгов в этой сумме накопили управляющие компании и ТСЖ. Сейчас их общий долг 650 миллионов. Бюджетные организации задолжали 130 миллионов рублей, увеличив свой долг за год на 12 миллионов. Долги за тепло превышают 3 миллиарда. Доля задолженности управляющих компаний ТСЖ и ЖСК в этой сумме одна из самых больших – 2 миллиарда 130 миллионов. Главные должники – управляющая компания Октябрьского района города Кирова, управляющая компания Ленинского района и УЖХ. Задолженность бюджетных учреждений – 106 миллионов. Другие организации и предприятия задолжали 95 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Туб-санаторий в Советске выставили на продажу в третий раз. Впервые он был выставлен на аукцион еще в 2015 году. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Во второй раз покупателей на помещение санатория также не нашлось. Сейчас на аукцион выставлено 9 зданий и 4 участка земли, находящихся в областной собственности. Начальная цена имущества – порядка 6 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 декабря 2017 года. Сами торги пройдут 12 декабря. Дайджест недвижимости. В России появится деревянная ипотека. Речь об экспериментальной программе кредитования при покупке квартир в домах с применением материалов из дерева. Все желающие приобрести такое жилье получат субсидию на часть процентной ставки. Вести ее собираются со следующего года, сообщает российская газета со ссылкой на Министерство промышленности и торговли России. По данным его специалистов, ипотека обойдется заемщикам с учетом субсидии в 9-10% годовых с минимальным первоначальным взносом в 10%. При этом подчеркивается, что окончательная ставка будет зависеть от банка. Ожидается, что это поможет привлечь в сегмент малоэтажного деревянного домостроения более 10 миллиардов рублей. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.